Potrivit deputatului, situația din legislativul Găgăuziei este extrem de tensionată. Звучали обвинения в сторону господина Башкана, то, что господин Формузал заказал, оказывается, чтобы убили и Чернева, и примара Камрата Догу. Это было в зале заседания. Мы помним прекрасно, как была драка, не то чтобы драка, был избит первый заместитель председателя Народного собрания у себя в кабинете в рабочее время, господин Демьян Карасини, где никто не обратил внимания на то, что произошло, то есть был инцидент. Deputatul liberal-democrat a mai spus că Bașcanul își minte proprii alegători. Его вся семья живет в Европе, он против Европы, но вся семья его в Европе. Все дети обучаются в Европе, счета у него также в Европе. Он сегодня говорит о том, что надо дружить России. У них семьи живут давно в Европе, получили образование в Европе. И эти господа ездят лечиться тоже в Европу. Могу сказать даже, какие клиники они ездят в Германию. В Мюнхене они лечатся. Поэтому и один укол, который господин Формузал получает, стоит 4000 евро. Bașcanul Găgăuziei, Mihail Formuzal, nu a comentat deocamdată acuzațiile.